На сторону футболиста Александра Киржакова встала продюсер Яна Рудковская, заявив, что его жена Милана, обвинившая спортсмена в краже ребенка, не занималась младенцем 4,5 месяца. Продюсер Яна Рудковская, которая знакома с Четой Киржаковых, назвала абсурдом обвинение Миланы в адрес мужа, футболиста Александра, в том, что он якобы украл у нее сына. «Я могла бы промолчать, но не позволяет мне совесть и моя гражданская и материнская позиция. Хочется, чтобы Милана, которой я неоднократно пыталась помочь решить мирным путем с Сашей конфликт и определить место проживания ребенка исключительно с матерью, в следующем прямом эфире рассказала, где она провела 4,5 месяца и почему все это время ее новорожденный ребенок провел с нянями, а не с ней, где она находилась все это время, а с 13 февраля и по позавчерашний день», заявила Рудковская в Инстаграм. По ее словам, Киржаков не мог украсть у нянь своего ребенка. По семейному кодексу родители имеют равные права, а тем более в ситуации, когда ребенок находился долгое время с нянями, с чужими людьми, продолжает Рудковская, после чего продюсер обратилась к Милане. «Тебе еще вчера предлагал Саша все решить мирным путем, но тебе хотелось жалости к себе у аудитории, что в принципе в твоей ситуации довольно странно, ты нанесла сильнейший репутационный удар по человеку, завуалированный крик о помощи. Я желаю тебе более не совершать таких необдуманных поступков», считает Рудковская. Она призвала Милану Киржакову задуматься над тем, что та желает, и одуматься. Ранее Милана Киржакова заявила, что муж не дает ей видеться с сыном, и она перестала быть ему нужна.